Несколько последних лет комбинат зеленого хозяйства комплексно занимается восстановлением требующих ремонта контейнерных площадок. Во многих дворах областного центра эти специально отведенные места вызывают обоснованные нарекания жителей. Но благодаря усилиям сотрудников КЗХ город меняется. Контейнерные площадки ремонтируют по жалобам магаданцев и по составленному на год плану. На протяжении 4 лет на комбинате зеленого хозяйства, согласно муниципальному заданию, мы занимаемся ремонтами контейнерных площадок. Начинали ремонт первый год, 7 контейнерных было площадок, и уже мы дошли до 41 площадки по плану. Вот. Но нам еще и бывают такие, что добавляются по просьбам жителей, например, жалобы приходят, и мы выходим в первую очередь на такие площадки, где аварийные площадки выбираем, где сложный такой ремонт. Как вот у нас данная площадка, она была в очень таком сложном, серьезном состоянии, аварийная, поэтому нам пришлось здесь работу произвести такую, ну, мы полностью ее демонтировали, отсыпали. Некоторые площадки приходится восстанавливать практически с нуля. Везде, где проводятся ремонтные работы, сотрудники КЗХ устанавливают отсеки для крупногабаритных отходов. В текущем году ремонты контейнерных площадок начались в апреле, поскольку погода позволяла приступить к работам. На сегодняшний день комбинатом зеленого хозяйства отремонтировано уже 6 площадок и 2 в работе.